Какого цвета хочешь украшения, Бубу? Ха! Конечно же, золотого! Да не вопрос! Готово! Чё готово? Давай на все зубы! На все? Да-да! Ну, хорошо! Бубу? А что происходит? Сейчас сам все увидишь! Погоди 5 сек! Я круче! Нет, я круче! Нет, я! Нет, я! Привет, привет, Бака и Бубу! Ха! Даже Игруля со мной с первым поздоровался! Потому что я круче! Потому что слабым дают фору, а кто второй, тот круче. Ты это, не буров буровлю, круче я. Нет, я. Я. Ах так, а ну-ка пошли в лес, там сразу станет понятно, кто самый крутой. Ну что, готов? Эй, Бубу, да погоди ты, что происходит? А ты чё, не видишь, Шоль? Этот щегол Бубака думает, что он круче меня. Но сейчас я ему покажу, кто здесь батя. Прозрачный. Кто заберется выше на это дерево, тот и круче. Понял? Ну, вот и славно. Погнали! Ага, ну вот и все. Все стало на свои места. Я круче! А? Ты что-то говорил? Просто ты так резко смылся наверх. Я подумал, что в туалет захотел. Не понял. А ты как тут оказался? Вообще-то Бубака летать умеет. Упс, об этом я не подумал. Так чё, надо забраться как можно выше, говоришь? Ну ладно, догоняй. Да уж, стоп, игра. Ты чего, Бубу, сдался что ли? Да ясное дело, понял наконец-то, что я круче. Ты не круче, ты читер, так как в принципе можешь взлететь выше дерева. Поэтому изначально заруба была не на равных. Ну тут Бубу, кстати, прав. Вот. Но вы можете в другую игру сыграть. Например, в прятки. Ага, сейчас. Я чё, самый рыжий, Шоль, в прятки с тобой играть? Давай-ка мы лучше зарубимся в гонки. Вот и договорились. Кто быстрее проедет 100 километров, тот и победил. Догоняй, прозрачный! Ага, ну вот и все. Ни одному призраку не обогнать меня на моей крутейшей Феррари. А? Ты что-то говорил? Просто ты так резко уехал, что я подумал, что ты в туалет захотел. Ха-ха! Эй, ты чё опять в туалет-то? Просто ты туда очень часто ходишь. И вообще, как ты меня догнал? Ты чё, можешь так быстро летать? Нет, конечно. Я могу гораздо быстрее. Ладно, кот, буду ждать тебя через 100 километров. Догоняй! Да ё-моё! Что, стоп игра? Ну, да. Да уж, походу доказать свою крутость через игры у тебя точно не получится. Конечно не получится, потому что я круче. Ах так, стой здесь и никуда не уходи. Пошли, Игруля. Эй, ты куда? В туалет, Шоль? Нет, идем, Игруля. Ну и зачем мы вышли на улицу? Или ты просто от Бубаки решил смыться? Не-не-не, у меня возникла гениальная идея. Гоф-салон красоты. Салон красоты? Да ладно. Ну, пошли. Опаньки, приветик, Бубу. Да ты прям постоянным посетителем стал. Каждую серию заходишь. Здорово, Светик. Я к тебе по делу. Помнится, у тебя были крутые украшалки для зубов. Ага, есть такие. О, мне надо. Ну, проходи в зубной кабинет тогда.
Давай, показывай, что есть. Ага, да сейчас же. Сначала покажи зубки. Да легко. Вы довольна? Не-а, но и не удивлена. Все как обычно. Ладно, сейчас исправим. Для начала освежим тебе дыхание. Да, оно и так свежее. Свежей еды. Насчет свежей я бы поспорила. А то, что это еда, я вижу по кусочкам, застрявшим у тебя в зубах. Все? Может, теперь приступим к украшалкам? Да, сейчас же. Вешать красоту на грязные зубки? Ну уж нет. Сначала надо почистить зубки. Мне кажется, или несколько зубов желтые. Тебе не кажется, но это мы сейчас исправим специальной лампой. Ну, теперь-то все? Ага, только язычок почищу, и можно украшать. Какого цвета хочешь украшения, Бубу? Ха, конечно же золотого! Да не вопрос! Готово! Чё готово? Давай на все зубы! На все? Да-да! Ну, хорошо! Бубу? А что происходит? Сейчас сам все увидишь! Погоди 5 сек! Готово! Игруля, приготовь фотик! Фотой на счет 3. Ладно. 1, 2, 3. Готово. Смотри. О, отличное фото. Теперь с такими крутыми золотыми зубами я в 100-500 раз круче, чем Бубака. Го, порадуем его этой новостью. Спасибо за помощь, Светик. Всегда пожалуйста. Приходите еще. Да-да, обязательно, как-нибудь, может быть. Хе-хе, вот это сейчас Бубака обалдеет. Прям не терпится уделать его. Долго же тебя не было, Бубу. Туалет забился, что ли? Хе-хе. Я был не в туалете. Игруля, фото в студию. Эть? Ух тышка. Ха! Ну и кто теперь крутой, а? Обломись! Ну, чё притих, а? Ща, погоди 5 сек, никуда не уходи! Эй, куды? Ха, видимо, он так обалдел от твоей крутости, что решил смыться. Стопудово! А значит, он признал мою крутость! Предлагаю это отпраздновать! Го на кухню! Ух, сейчас как наберу вкуснях, да как съем их все. Эй, ты где? Оу, похоже, Бубака вернулся. Как-то он быстро. А, вот вы где. Ну и, чё вернулся? Признать мою крутость и просить прощения за свою дерзость? Нет, я по-бырому в салон красоты сгонял. И принес фоточку. Зацени. Хо-хо! Вот это мощно! Вот это зубище! Покруче, чем у тебя, Бубу. Ну и кто теперь самый крутой, а? Да, конечно, я. Мои зубки выглядят аккуратнее, а значит круче. Ха, помечтай. Мои более золотые, а значит, круче я. Нет, я. Нет, я. 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 Чувствую это надолго. Поэтому всем пока-пока, друзья. До встречи на канале Игрули ТВ. Я круче. Не-а. Я. Нет, я. Я. Я.